Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня, как и всегда, мы говорим о темах, связанных с тем, как улучшать свое состояние, как увеличивать сознание, как расширять его. На самом деле это все связано с тем, что каждый из нас является духовным существом, и мы можем исцелять себя, других людей, пространство. И вот когда таких людей много, которые занимаются исцелением пространства, оно становится совершенно другим. Оно становится наполненным любовью, гармонией, радостью и счастьем. И вот, по сути, в таком пространстве я и моя любимая Анастасия живем вместе. И сейчас, в ближайшее время, планируем поехать на фестиваль «Сказочный город», и там тоже будем создавать это пространство любви, гармонии и счастья и рассказывать о том, об Академии Счастья и о том, как можно улучшить свое состояние. На самом деле, когда таких людей там будет много, которые будут тоже улучшать свое состояние и создавать вместе вот это гармоничное пространство, соответственно, то само пространство будет наполнено любовью и будет такое исцеляющее. И поэтому я, друзья, вас приглашаю на самом деле приехать на «Сказочный город». Это фестиваль, который проходит под Одессой с 9 по 18 августа. Фестиваль эзотерических практик, психологических практик, практик, направленных на увеличение осознанности. Вот. И мы можем пообщаться, сделать что-то доброе, правильное и наполнить это пространство счастьем, гармонией. Я могу провести бесплатную консультацию по улучшению качества жизни и просто познакомиться. На самом деле я заметил, что когда люди объединяются, то происходит вот такая гармонизация у каждого человека. То есть каждый человек как раз наполняется вот этим гармоничным состоянием. И поэтому чем больше таких людей, то есть чем больше таких мероприятий, тем лучше. Потому что было замечено, что когда люди вместе медитируют или проводят какую-то практику, направленную на увеличение осознанности, то это улучшает состояние каждого человека и улучшает состояние пространства вокруг. Поэтому вместе мы, можно сказать, единое целое, сила. Та сила, которая своим вот этим вот гармоничным состоянием, своим светом может исцелять все вокруг. И я провожу практики, провожу сессии процессинга ежедневно, на ежедневной основе. То есть я исцеляю свое тело, исцеляю тела своих близких и наполняю пространство гармонией, радостью и счастьем. И, конечно же, помогаю тем, кто обращается ко мне за помощью, те, кто тоже хотят исцелиться. Прежде всего, конечно же, это не физическое, а духовное исцеление. Потому что наша вот эта энергетика, она очень сильно влияет и на тело, и на пространство вокруг нас. Вы наверняка замечали, что когда вы находитесь в плохом состоянии, то все идет из ряда вон плохо. Да? То есть могут какие-то приключения неприятные происходить, вещи ломаться, тело где-то начинает болеть. Вот. Это все связано с вот этой вот негативной энергетикой, негативным зарядом, который накапливается при любом случае, когда у вас была боль, бессознательность, негативные эмоции, страх, обида, гнев, боль и так далее. И все это остается вместе с вами, можно сказать, в разуме, в теле, в ауре, как энергетический заряд. И вот этот энергетический заряд очень важно очищать. Важно это делать на ежедневной основе, то есть делать такие сессии каждый день. И тогда вы будете чувствовать себя совершенно иначе. То есть вы будете наполнены любовью, радостью, счастьем, гармонией. И у вас будет такое состояние, что вам захочется творить добро другим людям. Вот. И в этом состоянии, конечно же, вы будете делать самое лучшее, потому что это состояние соединенности с Богом, с Высшим Я, со Вселенной. И тогда как раз вы чувствуете состояние единства, состояние, в котором вы чувствуете, что вы не что-то отдельное от мира, а что вы едины с Ним. То есть да, вы будете продолжать ощущать себя как Я, то есть это состояние полностью не уйдет, но в то же время вы будете чувствовать единство. И вот это гармоничное состояние, в котором играть в игру под названием «Жить» гораздо интереснее, веселее и радостней. Поэтому я, друзья, вас приглашаю в Академию Счастья, приглашаю для игр, направленных на улучшение качества жизни, для игры «Новая цивилизация», которая помогает каждому человеку. То есть это игра в сотрудничество, в кооперацию, когда мы не боремся с друг другом, а помогаем друг другу достичь гармонии, радости и счастья. Также, если это видео вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал
И, конечно же, делитесь этим видео с друзьями. А колокольчик для напоминаний о новых видео, которые выходят на моем канале. Желаю вам счастья, гармонии, радости, осознанности. И до скорой встречи!